Ролик сделан при поддержке группы ВКонтакте H1Z1 Russia, все о H1Z1 по-русски. Рецепты крафтов, гайды и многое другое. Ссылочка в описании. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Андрюшка, я продолжаю выживать в игре H1Z1. Мне начали задавать в личку вопросы: Андрюша, где же нам найти предметы для починки машины или сами детали машины, а также где найти металлолом и вообще какое-нибудь железо? И что ж, давайте я вам отвечу на эти вопросы и постараюсь как можно подробнее все это рассказать. Итак, для начала мы узнаем, где же нам найти запчасти от автомобиля. Найти их можно по большей части на обычных автозаправках. Как мне, например, повезло здесь, я нашел свечи от машины, то есть свечи зажигания. Есть еще такая комнатка, почти на каждой автозаправке, я не знаю, кто там сидит, директор или кто-то еще, но в некоторых автозаправках есть вот такая вот полка. На этой полке обычно спавнится картурба, на каждую любую, причем на любую машину, неважно на какую, пикап это или полицейская тачка. Итак, теперь же это вопрос в том, где же нам найти металлолом или металлические листы. Металлолом и металлические листы можно найти либо в разбитых машине, как, например, в этом седане, а также можно найти в самых обыкновенных мусорных ящиках. Правда, там я находил их меньше всего. Чаще они попадаются в таких вот разбитых машинах, и чаще всего они попадаются именно в больших населенных пунктах, типа Pleasant Valley или что-то там наподобие где-то внизу карты. Итак, последний на сегодня вопрос. Андрюша, где же нам найти еду и воду? Ответ очень прост. Еду и воду можно найти либо в супермаркетах, но там обычно все застроено баррикадами, чтобы никто, кроме ненужных людей, не прошел. А также можно найти, в принципе, вот на таких вот скоплениях автомобилей. То есть здесь когда-то был лагерь кемпинга, отдыхали люди или компоновали здесь, чтобы выжить, и оставили после себя некоторые припасы. Конечно, был еще и такой вопрос. Андрюша, какое время спавна предметов? Отвечаю. В моем случае у меня получилось от часа до полтора. Может быть, конечно, оно вообще рандомно, я точно не знаю, но я полтора часа практически стоял и ждал около разбитой машины свой кусочек металлолома, когда он в ней заспавнится. Что ж, мои ожидания в принципе оправдались. Ну, в общем, на этом все. Вопросы закончились. С вами был Андрюшка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите нового гайда и летсплеев по игре H1Z1. Если у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Пишите их в комментарии на YouTube или пишите под видео в комментарии в группе ВКонтакте H1Z1, все по-русски. На этом все. Всем пока.